Бюджет Дагестана и Фонда социального медицинского страхования на будущий 2019 год. Повестку дня предстоящей 28-й сессии 6-го созыва обсудили на Президиуме Народного собрания Республики. Среди вопросов, внесенных на рассмотрение, также поправки к законопроектам социальной направленности. Среди них организация проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, профилактика экстремизма и терроризма, социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на селе или в поселках городского типа.